Смотри, что есть. Смотри, что есть. А? Ну, один только, да? Больше нет. Завтра утром еще принесем. Смотри, Петр Андреевич, второй раз повторять не буду. Ни одного раза даром не надо. Сказал, не продам, чьи гроша, значит, не продам. На своей земле я хозяин. Дело твое. Пожалеешь, поздно будет. А ты мне не грози. Грозилка еще не выросла, а там она Краснорусского пугать. Так, значит. Ну, бывай, атаман. Ладно, иди, иди, пока собак не спустил. Благодетель. Все, тихо, тихо. Шадрин, спать немедленно. Шарова, марш к себе. Будете курить ночью в спальне, выпарю. Забычковала. Слышь, Захар, дай дернуть. Ты что, глухая, что ли? Климов выпороть обещал. Ага. Пускай мне догонит сперва. Он вообще не спит, что ли? Не спит, не ест. И в темноте все видит. Ага. Все да не все. Опять побег? Да. До обеда. Слышь, ты потише. Ты что, на него взъелся так? Да я не взъелся. Он мне не нравится просто. Вот смотри, живет у нас 2 года. И чего? Где он по ночам ходит? Ты знаешь? Я нет. Ну ладно, пора. О! Завывает как, да? Чисто мертвяки. А ты что, мертвяков, что ли, видел? Да побольше твоего. Да что ты говоришь? Да, слушай, тихо, блин. Сейчас Клим вернется, таких мертвяков устроит. Ну, гроза заходит, а? Как бы крышу не сорвало. Мурка, слышь, я пошла. Мурка! Давай. Мурка! Кс-кс-кс. Мурка! Кс-кс-кс. Мурка! Кс-кс-кс. Куда ты? Это кто это у меня тут по кастрюлям шарит, а? Клав. У меня же еще ничего не сварено. Ты что не спишь в такую рань-то? Да что так кушать захотелось, что... Ну, теперь и до завтрака дотерплю, да. Сергей Иванович, Сергей Иванович.
пока еще твой завтрак-то будет, а? Я тебе сейчас маслицем хлеб намажу. Ты наливай себе молоко. Ну, это же детям на кашу. Ешь, ешь. А к обеду Маша еще свеженького привезет. Угу. Давай, ешь. Че ты? Какой-то не такой, а? Спасибо. А? Да порадовать тебя нечем. Про зарплату опять молчат наглухо. Ой, взять бы это твое начальство. За шкирман потрясти как следует. Только некому. Че некому? Думаешь, я в райцентр не ездил? Не добивался, что ли? Старая песня. Что-то гроза такая страшенная заходит, а? Пойду-ка я наверх подымусь. Там, небось, весь этаж по белке. Пойду, успею еще полы протереть. Совсем заработался. А зачем тебе столько ложек? Лавку решил открыть. Ну, а что делать-то? Зарплату ты не платишь. Ну, вот если Верка моя десяток таких ложек продаст на базаре, уже хлеб. Мурка! 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 Крыша, Митрич. Детей выводи, я наверх. Захар, там крыша снесло, что делать? Так что делать, давай, собирай девчата все, выходите. Пацаны, на выход, давай, а? Захар, что случилось? Санек, у нас трещина пошла по стене, давай на выход. Выходи, Санек, выводи детей быстро, берите только кто выйдет. Давайте, выходите. Все на лестницу, вниз, там мины. Давай, давай, давай. Все, все, простите, Лиза, давай. Выходим, все выходим! Лига не спать! Теплые вещи берите с собой, все на улицу! Быстро! Бегите! Так, быстрее. Не толпитесь там! Спокойно, девочки, спокойно, спокойно. Захар, посмотри там, все! Нету никого! Там никого! Проверь! Скорее сюда, давай! Кто там тоже? Давай вниз! Чё? Ты за старшего.
Чтобы все было как при мне, понял? Да, понял. Я на тебя надеюсь. Не беспокойтесь. Давай. Промокли? Ничего, давайте, да. Прыгайте. Давай не толкнем, садись. Пацаны, идите сюда! Ребята, подтолкните! Давайте быстрее! Давай, давай, вперед, живее! А? Слышь, что говорю, нет? Пошел ты! Да просто, Захар, успокойся! Сюда иди! Уймись ты, Захар, пошли пленку растирать! Пошли пленку натянем, Захар! Пошли быстро! Клеенку не забудь купить, сковородку новую. Да помню, антипригарную. На кой лет она нужна? Как жареное мясо трескает, так ты первый. А как сковородку скрести, так сразу кусты. Бабское дед дело, скрести. Ну так я и говорю, купи антипригарную. Ты список взял? Ладно, потом. Ты это, Сав, главное, сам поскорее возвращайся. Вернусь. Породенков. Ты тут не балуешь. Здорово, Савелий. Ой, здорово ведь. В рейс? В рейс. До города обратно. Фигаро. Полин, открываемся, открываемся. Так кто в такую рань в магазин попрется, а? Без разговоров. Езжай, Савушка. А ты, этот капиталист, меня занудит до смерти. Полина, время. Ты Полинку мою береги. А ты езди чаще, да подольше. Давай, езжай. Святая, чтоб бесплатно молоко раздавать-то. Почему бесплатно? Они платят немного. Понятно. А я в город. Тебе привезти чего-нибудь? Нет, спасибо. Если что, я Игнату скажу. Он привезет. А, ну-ну. Слушай, что сказать-то хотел? Ты зайди сегодня вечерком к Полинке, а? Опять проверяешь? Ну зачем проверяешь? Ну так, чтобы не скучно было. Загляну, не беспокойся. Скажу, чтобы она тебе таблетки от ревности заказала. Как думаешь, в городе есть такие? Они мне не помогают, ты же знаешь, Маш. Я не знаю. Все, бывай. Давай. Ну, все? Сколько повторять-то вам уже можно? Ну-ка, отошли оттуда быстро еще. На башку кирпич какой-нибудь упадет. Господи, 500 раз одно и то же. Вот так. Везун ты, Захар. Опять Климов тебя за главного оставил. Да че везун, блин? Один геморрой с вами. Он тебя больше всех любит. Слушай, а что ты за мной увязалась? Думаешь, я без тебя ящик не донесу? Помочь хотела. Давай топай назад, помогалкина. Знаешь, что? Таскай сам тогда, дурак. Санек, а ты че лег? Кошку успокаиваю. Я успокою. Ну-ка, дай-ка мяч. Пасуй, можно, давай.
Андреевич, что у вас здесь произошло? Здорово, Маша. Не волнуйся, Машенька. Все, слава богу, уже позади. Все живы-здоровы. Это она сейчас так говорит. Она что-то все штаны наложили. Я уж думал, все. Прощай, жизнь молодая. Ой, старый пень, какая молодая-то. Машуль, как твоя-то молодая, а? Тарасов! Ты больной, ты что делаешь? О, засранец. Стервец, а? Тарасов, немедленно спускайся. Чего орать-то? Я палатки с чердака достал. Иди вниз! Вниз нельзя, там провально. Прыгай, Тарас, прыгай! Что ж такое-то, а? Цел? Точно цел тут? Цел, что? Цел. Балда без мозга, убиться мог. Случись чего, Иваныча, вы в тюрьму упекли, ты об этом подумал? Что случилось? Не надо, он, наверное, помочь хотел, правда? Помочь он хотел. Пошли. Опять. Для дегустации что нужно? Стаканчики. Ну, скажите, а что же получается, это разлучать детей, да? Сергей Иванович, детям все равно, в каком детском доме жить, условия, в конце концов, везде более-менее одинаковые. Да нет, моим детям не все равно, у нас не просто детдом, у нас семья, ремонтироваться надо. Что там ремонтир, сам сказал, развалилось все. Ну, развалилось. Всех детей в лучшем виде, и ты без работы не останешься. Да при чем тут я, Сан Саныч, разве обо мне речь? Ищи деньги на ремонт, Сан Саныч, где хочешь, ищи. Я своих детей в чужие детдома не отдам, так и знаю. Хватит митинговать, сказал тебе неделю, дай мне. Ладно, неделю жду денег, потом начну действовать сам. Ты меня знаешь, Сан Саныч. Ух ты. До свидания. Через неделю зайдешь. Сан Саныч. Маш, ну как? Надо все хорошо, но чтобы все можно было попробовать. Это ж не музей, ярмарка. Да, конечно, конечно, все сделаем. Меня же ждут там. Да, до свидания. Говорят, пятерых прям насмерть задавили. Брехня. Все живы. Клавка сказала, ни одной, ни царапины. Здрасте. Здрасте. Привет. Привет, Маш. Пряники свежие? Третьего дня Фадеев привез. Мне 3 кило. Можно даже 4. Ого. И можно мне конфет? Каких попроще? Тоже 3. Тебе куда столько? Ты что, это магазин открываешь, что ли? Ты гляди. Фадеев конкурентов не потерпит. Да я ребятам детдом. Ой, да они там курят все давно, а на им конфетки. 250. Пожалуйста. Малахольный. Ты бы им лучше водочки купила. Им самое то для сугреву. Что ж за рот у тебя такой поганый, Валь? Это ж дети. Девка хоть как-то хочет помочь, ты только языком своим помойным мелешь. А ты мне рот не затыкай. Не на такую напала. Я вот на тебя еще жалобу напишу. Ну, напиши. Ну, ты только сразу Ельцину напиши. Так, привет. Че шумим? Витек, ну гнал бы ты эту ханку из-за прилавка. Хорошо, хорошо, Валь. Порешаем, накажем. Эш. Оль, ну опять ты начинаешь с ней связываться, а? Ну что ты с ней цепляешься? Вить, слушай, это, а у нас на складе тушенки много? Тушенки? Ну, сегодня не продержимся, а неделю простоим. А что? Давай в детдом пару ящиков отвезем, а? А. Ну давай что-нибудь покумекаем. Ну сейчас нельзя, сейчас отчеты недели. Давай я баланс подобью и что-нибудь порешаем в конце месяца. Так им сейчас жрать нечего, ведь? А это не твоя забота. А чья тогда? Вон, Машка и та пряников купила, у нее, небось, копейки лишней нет. Мозгов у нее нет, вот и купила. Авторитет в станице зарабатывает. Но чужачка, она и есть чужачка. Нет, Свет, ну что ты тоже начинаешь, а? Чужачка, чужачка. Чужачка — это не грех. А так, Маш, девка хорошая. Игнат, он тоже не у нас родился. А ничего. Уважаемый человек. Инженер.
А ты ее с Игнатом не равней? Поль, помоги мне. Привезли? За прилавок ставьте. Что-то Светка сегодня не в духе. А то ты не знаешь, что она не в духе. В смысле? Ладно, ладно, твоя жена, ты разбирайся. А. В общем так, я один ящик тушенки беру, а ты как знаешь, слышь? Что значит беру? А деньги? И зарплату держи. Маленький, что ли? Ш. Ну, если не терпешь, погоди 2 дня. Савелий из рейса вернется, отдаст. Блин, я с вами прогорю. Не прогоришь, не боись. Оп! Господи, Петро, ты меня напугал. Прости, Маш. Ты что ж такую тяжесть-то таскаешь? Да ладно, бидоны потяжелее будут, а я их вон каждый день ворочаю. А я сколько раз тебе говорил, позови меня. Нехорошо, молодая девушка, тебе еще детишек рожать. Да от кого их рожать, Петро? Да я хоть сейчас готов, Маш, только позови. Все вы хоть сейчас, только об одном и думаете. Да? А ты меня со всеми не равняй. Если тебе сил девать некуда, ты бы лучше вон в детдом пошел, там сейчас работа навалом. Да при чем здесь детдом? Ты что, не знаешь, что у них крышу сорвало? Знаю, ну и что? Вместо того, чтобы забор караулить, лучше бы делом занялся. Какие заборы? Маш! Все шутишь? А я серьезно. Добрый день, хозяйка. Атаман дома? День добрый, Сергей Иванович. У себя, где же ему быть? Беги, Варька, в дом. Стол накрой. Вот заодно и вместе пообедаем. А, заманчиво. Спасибо за приглашение, но некогда мне. Горяченького поешь, ничего не случится. Давай, давай, заходи. Здрасте. Здравствуй, Варенька. Заходи. Расселяют нас, Петр Андреевич. Проходи, проходи. Ну, рассказывай. Рассуют по разным детдомам. И точка. Лоскутов сказал документы готовить. Садись. Гнида еще та, твой Лоскутов. Столько мне крови выпил, пока я конюшню на себя оформлял. Мать, принеси нам водки. Зря ты так на него. Сан Саныч нормальный мужик, он всегда помогал нам. Но сейчас, говорит, в бюджете на нас нет ни копейки. Проворовались? Вот и нет. Угощайся, Сергей Иванович, угощайся. Свеженькая, домашняя. Да нет, нет, спасибо, я сыт. О, знаю, как ты сыт. В своем детдоме. Клава мне говорила. Давай, давай, не стесняйся. Да ешь. Не могу я. Судьба детей решается, я тут сало жрать буду. На жалость не дави. Давай рассуждай здраво. Здание твоего детского дома дрянь. Его не ремонтировать, отстраивать заново надо. Может, действительно, твоим детям в другом доме лучше будет, а? А может, дочери твоей в чужом-то доме послаще будет? А ты-то, если побогаче тебя. Может, ты прав. Что ты от меня хочешь? Войной на район идти? Детдом я отремонтирую. Расшибусь, но отремонтирую. А вот дети... Может, по домам разобрать? Вот что, ребят, вы мне все тут не чужие, поэтому врать я не могу и не хочу. Дела наши, сами видите, никуда не годятся. Денег на ремонт нашего детдома у района нет. Удивил. У них на зарплату денег полгода нет. Погоди, дай человеку сказать, а? Потому в администрации было принято решение нас закрыть, а всех вас расселить по другим детским домам. Я против этого. Но если кто-то сам захочет переехать, тут я возражать не буду. В других местах есть детдома получше нашего, да говорят, еще и с бассейном. Так что, если кто захочет, просто поднимите руку.
Погоди, Сергей Иванович, а что делать-то? Мы что, так и будем здесь жить, что ли? В палатках? Пару месяцев придется потерпеть. Я был у атамана, завтра станичники соберутся на сход, где решат, готовы ли они разобрать вас по своим домам. Как это разобрать? Очень просто. Если согласятся, временно будете жить в семьях станичников. А у кого именно? Да ты не беспокойся, Тарас. Тебя к атаману возьмут. Надо ж кому-то навоз за лошадями убирать. Ничего себе. Ладно, ребят, хватит. Завтра на сходе все и решится. Занимайтесь своими делами. Ты здесь. Здесь, мой мальчик, здесь. Охота, аж ухи пухнут. Не ухи, а уши. Да какая разница, все равно охота. Да погоди ты, курильщик. Пускай уснут сначала. А слыхали, Митрич сказал, что никого никуда не возьмут. Никому мы нафиг не нужны. Угу. Больше слушай, Митрич. Он вообще в летающие тарелки верит. А ты что, в летающие тарелки не веришь? Че, я дура, что ли? А может быть, ты, Катя, в мертвяков не веришь? Да. Таких жутких-жутких мертвяков, которые приходят поздно ночью и говорят: «Отдай мое черное сердце!» Ты, блин, дурак! Заткнитесь, а! Поспать можно? Ты спи, ты спи! Зануда! Жутко! Захар! Ну что, казаки, о том, что детский дом рухнул, знают все. Поэтому языком зря трепать не буду. На сходе один вопрос. Поможем детдомовцам или нет? Ну а что, нужна материальная помощь? Давайте сбросимся деньгами. Ага. Тебе хорошо говорить, буржуй, у тебя магазин. А мне самому кто б деньги собрал? Я второй месяц без работы. Моя баба меня скоро живьем сгрызет. Вот меньше шири. И работа будет, и деньги. Ладно, хватит галдеть. Дело тут в другом. Климов Сергей Иванович сказал, что хотят детский дом расформировать под это дело. Детей разбросают по области, кого куда. Вот туда им и дорога. А то уже достали все. Вон все сады облазили. С нашими дерутся. Точно, точно. Он у меня ведро уперли. Знаю, станишники. У всех у вас к детдомовцам свои счеты. Но вы только сами подумайте. Отчего они по вашим садам и огородам шарашатся? От хорошей, что ли, жизни? Когда пацаненку с утра до вечера жрать хочется, а спросить не у кого. Мамки нет, папки нет. Сада тоже нет. Да не, ну все понятно. Что, давайте сбросимся деньгами, я предлагаю. Да можем сами отремонтировать. Благо, образование позволяет. Ну или так. Здорово. Казаки! Дорогие станишники! Хочу сказать спасибо, что собрались здесь, побросав свои дела, семьи, дома, ради чужих детей, ради них. Помощь ваша нужна. Я знаю, мы не самые лучшие соседи. Между нами всякое случалось, чего греха таить. И дерутся мои ребята, и стащат, чего бывало. Вот, Дим, а тут все святые собрались. Так вот, земляки, у меня к вам одна просьба. Не дайте закрыться детдому. На пару месяцев приютите только.
Очень прошу. Давайте решать, станишники. Ну, как тебя зовут, красавица? Катя. Катя. Поживешь у меня немного. А то у меня в семье женский хор. Жена да дочка. Ну. Пойдемте. Ну, пойдем. Чурет, красавчик мой. Это Полина, и все. Савелий вернется. Чего скажешь? Тихо, тихо, тихо. Он мне пока не муж. Тебя как зовут, пацан? Захар. А я Полина. Пошли. Так, Матров, как зовут? Вадик. Со мной пойдешь. Ну, выбирай, кто тебе приглянулся. Какая разница? Выбирай любого. Это же на время. Что на время? Можем навсегда взять. Или своего родим, а? Опять 25. Чего? С меня твоего Аркашки хватит. А мне не хватит. Вот сам и рожай. И родю. Пойдем. Игнат, давай мы возьмем ребенка. Маша, ты что, зурила, что ли? Какой ребенок? Тебе он самой впору косички заплетать. Вместе мы справимся. Какой справимся? Я целыми днями на работе. Маша, ты как брякнешь что-нибудь, так прямо... Ну что, пойдешь с нами? Вить, оставь его. Не видишь, он немой какой-то. Я не мой, я хромой. Ну ничего, бывает. Ну решайся, пойдешь? Ваня, иди, не бойся. Дядя Витя человек хороший. Давай нас не позорь, хорошо? Пойдем, у нас тебе будет лучше. Пойдем. Да пойдем, пойдем. Давай, не робей. На мотоцикле катаешься? Научим. Не переживай, вечером увидим. Ну? Вадим, пойди сюда. Ну, дело есть. Останься с нами на стройке в виде исключения. Не понял. Ну, ты, парень, крепкий. Твоя помощь на стройке, ох, как пригодилась бы. Останешься. Да мне пофигу. Ну что, начало положено? Ну, осталось самое простое. Дом отремонтировать. Да уж. Ой, пошли. Пошли. Торопимся. Дочь, ты мой красный платок не видела? Мам, так он же здесь. Давай, отец ждет. Ух ты! Это твоего бати? Да. Круто. Красивый. Ну что, пошли дом смотреть? Пойдем. Наверх. А что, у вас комнат много? Шесть. М-м-м. Богачи, значит. Знаешь что? Мой папа здесь все своими руками построил. Пошли. Это моя комната. И твоя теперь тоже. Шесть комнат вы мне отдельную пожалели?
Ну, я думала, тебе со мной лучше будет. А спать-то я где буду? На полу? Ладно, пошутила. За стеной гостевая комната, жить будешь там. Ты что, еще в куклы играешь, что ли? А что у тебя там? Одежда. Ого! Нифига себе! А зачем тебе одной столько барахла? Ну, я не знаю, мне родители покупают. Уж бы они тебе еще книжек покупали. То тебе тут даже фантастики нет. Было бы у меня столько денег, я бы их на фигню не тратила. Ну-ну. Я сейчас. Кать, иди сюда. Кать! Кать, я тебе... Ты куришь? А ты нет? Нет. Приличные девушки не курят. А-а-а. Родители богатые, не куришь. Так ты уж приличная, да? А я, значит, нет. О, Быстрюка поймали. Че, в магазине что-то стянул? Давай встречай гостей. А че Хромого взяли, цел не достался? Так я дам тебе по башке. Че, спросить уже нельзя? Нельзя. Это Ваня. Он из детдома и пока поживет с нами. Угу. А вот ты мог бы прийти на сход. Там вся станица собралась. Еще чего, мамуля. Мне что, заняться, что ли, больше нечем? Подвесь же, можно, а? Можно. Давай, Ванька, осваивай технику. Ну, все. Угу. Ты меня понял, да? Да. Да. Пойдем. Пойдем. Аркадий! Проходи. Проходи, проходи, не стесняйся. Господи. Да, да, не стесняйся. О, Аркашка, слушай, будь другом. Посмотри, пожалуйста, за Ваньку, у меня башка что-то раскалывается, а? Я в няньке не нанимался. Какой ты все-таки, а? Я ведь тебя по-человечески прошу. Я тебя тоже по-человечески просил. Светка, не дури отцу голову. Захлопнись. Сопляк еще со мной так разговаривать. А чего она Светка называет? Разве может так маму называть? Слава богу, я ему не мама. Аркашка дядя Витин сын. Так вы ему мачеха, да? Да, мачеха. Злая-призлая мачеха. Как из сказки. И сейчас я тебя защекочу. Защекочу, защекочу, защекочу! Брат, да ты у нас трубочист, оказывается. Почему? Мне вот, знаешь, только вшей дома не хватало. Знаешь-ка что, пойдем скупаемся, я дам тебе чистую одежду, да? Неправда. Я не вшивый. Ну, прости. Ну, конечно же, не вшивый. Просто... Просто я хотела тебе показать нашу новую ванну. Там такая сложная колонка. Ты знаешь, что такое колонка? Чего вы думаете, если я здесь дома, то совсем дурак, что ли? У нас там даже компьютер есть. Mm-hmm. Правда, он не работает. А чего обидчивый такой? Не хочешь смотреть, не смотри. Есть будешь? Буду. Ну, пошли есть. Пойдем, пойдем. Буду, не буду.
Здорово, Аркаш. Здорово. Чё такой кислый? Движок-то починил? Починил. Ну вообще красава. О! Батя в дом детдомовского притащил. Такие сопли над ним развели. Ага. Зачем его притащили-то? А ты спроси у него. Детдомовские вообще оборзели. Пой ты все-таки, малой, как пробка. Теперь мы их и достанем. Это почему? Не, он реально тупой. Потому что за ним далеко ходить не надо. Ладно. Дуем на обрыв, там пацаны ждут. Ну как? Блянь, какой красавчик, была бы я помоложе. Ну давай, носи на здоровье. Да неудобно. Чего неудобно? Говорю, носи, значит носи. Да это же вы мужу, наверное, своему купили. Значит так, во-первых, подержи. Савелий мне не муж. А во-вторых, давай без этих любезностей. Полине на ты, понял? Понял, Полин. Сейчас борщ будет. Ковришку любишь? Не знаю. Чего это не знаю? Аллергия, что ли? Может, и аллергия. У нас в детдоме особо ковришками не баловать. Эх ты, сиротинушка. Ну ничего, я тебя живо откормлю. Еще краше станешь. Слышь, Полин, давай договоримся. Я тебя на «ты», а ты меня сиротинушка не называй, хорошо? Хорошо. Телефон? Алло! Славушка, привет! Все нормально. Все нормально, говорю. Че ты так орешь, а? Я отлично слышу. Ты когда вернешься? Только послезавтра. Ну, конечно, скучаю. Я тут тебе сюрприз приготовила. Ну, какой-какой. Если я скажу, никакого сюрприза не получится. Ну, ладно, у нас это... Ребеночек появился. Ну как откуда? Родила и воспитала в ускоренном режиме. Тебе это все не досуг. Тебе и до ЗАГС-то со мной дойти не досуг. Ладно, ладно, что ты испугался-то? Да я пошутила. Все, все, успокойся. У нас детдом рухнул. Станичники детей на время разобрали. Ну и мне ребеночек достался. Ну, конечно, ненадолго, но месяца на два всего. Нет, я не справлюсь. Что, я совсем без рук, что ли? Сав! Ну все, давай. Мне тут еще борщ доделать. Давай, я тебя целую. Пока. Все. Я пойду погуляю. Я ж не под арестом. Конечно, иди. Чего спрашиваешь-то? А ты борщ будешь? Да ё-моё, а! Нам это в жизни не сделать. Ничего, глаза боятся, руки делают. А, вообще-то я в армии стройбате служил. О! Кое-что помню. Ага, стройбате? При царе Горохе, что ли? Почему? Прихрущает. Никита Сергеевича. Веселый был человек. Коммунизм нам обещал, прижизненный. Жаль, не успел. Враги помешали. Ладно, разберем пока эти завалы. На стройке что-то может пригодиться. Вадим, давай сюда. Я на стройке вкалывать не нанимался. Кому надо, пусть сам пашет. Куда пошел, Тарасов? Вернись! Говнюк он и есть, говнюк. Что скорее бы у срук-то сбагрить. Хорош, Дмитрич. Да ладно, Иваныч. Тарасов там сразу ко двору не пришелся. Он 16 лет сиротой стал. А это здесь при чем? Тогда было понятно, что он воспитывай, не воспитывай, бандит да бездельник. Ты на себя посмотри, а? Трудоголик, а?
Вот как ты примотал? Вот как ты примотал? Все же развалится. Я тебе вчера показал, как приматывать надо, а? Ты чего там понимаешь-то, а? Ты иди свои вон фрикадельки готовь. Иди-ка посмотри, вот трой рукой, здесь брезент весь слетит. Да где тут слетит, да чего? Да вот, Петро, вот, все, летит уже, вот. Ну ты если ногами пинать будешь, лети, напомнишь. Вот, вот, ручкой я взяла, и все полетело-то. Слышала, и там открыто было. Слушай, ты красиво танцуешь. Может, в воскресенье на танцы сходим? Тебе что надо? С Олей хотел тебя попросить. По-соседски. Ты вчера просил. Вчерашняя закончилась. Ну, ладно, пока.